Генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов зачитал приказ МВД России о награждении сотрудников и ветеранов УВД по городу Сочи, отметил значение ветеранских организаций в системе МВД, а также вручил ведомственные награды, почетные грамоты и подарки. В заключение торжественного мероприятия присутствующие почтили память сотрудников УВД Сочи, погибших при выполнении служебных обязанностей, и возложили цветы к памятнику погибшим милиционерам.